Мы принимали все как должное. Свежесваренный кофе по утру. Бесплатный Wi-Fi. Когда это у нас отняли, мы выжили. Когда пропала связь, встали поезда и отключился интернет, мы выжили. Но когда аптеки разграбили, а больницы закрылись, астма стала приговором. И уже нельзя было вызвать полицию. У вас было оружие, а у вашего соседа кто-то выжил. Мы вообще живучий вид. Когда общество развалилось, мы стали справляться сами. И теперь впервые за многие века наши желания совпали с реальными потребностями. Катастрофа сплотила человечество. Мы построили новые общины на обломках прежних. Мы приспособились. Мы выжили. Привыкли к новой жизни. Но есть те, кто ничего не строит. Ничего не создает. Гиены, нападающие на слабых. Они залили мир кровью. Но мы не одиноки. Горстка храбрецов стала на нашу защиту. Они объединяют нас, ведь мы одна нация. Они наш щит и наш свет. Но если этот свет погаснет, кто спасет нас? Ты нормальный вообще? Сдохни, спецовский мудак! Чувак, тебе нам нехорошо, да? Звоните 911! Нам нужна помощь! Пожалуйста, держись! Ну, сурово реально. Чисто читер. Военная фабрика сынов нейтрализована, и они лишились крупной партии боеприпасов. Я тебя закопаю! Нифига ты пиротехник. Прикольно. Что нам тут? Чё мы тут? Всё? Ты всё тут? Да тут это миссия. Он собирай пополняшки. Всякую срань. Так, сейчас я найду. Блин. Привыкшие на опции это. Вижу движение на крыше. Есть. Погнали на задание. Запас это дай ему, Лёша, что ты его голым оставил. Кого? Вот этому пиздюку. Ты не в курсе, что им запасы давать? Нет. Вот, подходи сюда. Блин, погоди, тетка не дает пройти. Угу. С ними отдай все, что есть. У меня первый раз такого всплывает. Запасы у нас на исходе. Ну, на, все.
Все забрал, сука. Мало, да, ну еще на. Я ему почти все материалы отдал, короче. Изоленты у меня нет, а чувак. Изоленты мне нужны. Ты походу этого не видят. О, подай нам. Ко мне сейчас такое с такими вопросами не подходят, блять. Нет, там нет, мимо идешь, у него написано одна изолента нужна. Ноль из одной. Ох ты, сука, сзади ты стреляешь. Хера себе. А как ты так сделал-то, блин? Надо, смотри, как диффузит. До сих пор, да. До сих пор воюет. Он главное лежал, в общем, интересно, ну. Срочно требуется медицинская помощь. Ну что? Или птички. Прям штабелями ложишь. Ха-ха. Мне прям нравится. Я это мой. Минус один. Заплыхал. Тебе идет там. А у меня дрон там его сейчас добил. Блин, не успел. Да вот и иди. Я тоже долго искал, он по кругу бегал. Вот он. Враг поставил турель! Я им прям под ноги, короче, бросил турель. Я обычно сижу, у меня турели, блядь, их ебашит. Когда подбегает, всегда уже. Поэтому и снайперка. Далека такая. Он пиздец у них разум, короче, великий. Чувак прямо это, как по воде, короче, по огню прошел. А, говорили, боты умнее будут, боты умнее. Да, да. Он мимо меня пробегает вообще, ему по барабану. Так вот, я... Он опять валяется и искрит. Нихуя себе его распидорасил. Приготовиться! Чё прятался? Хера. Нет, главное по всем законам физики. Он прыгает с верхнего этажа, он должен упасть до первого этажа. Он приземляется аккуратненько на следующий этаж. Как-то? Ну, так вот. Причем, знаешь, было это разовая такая, бакса. А это постоянно. Ну как-то, может, он ниндзя какой-нибудь.